Здравствуйте, меня зовут Ольга Пушкина, мне 30 лет, я живу в городе Самара, это в России. Страсть к рисованию появилась у меня еще в раннем детстве. Как и многие художники, я любила экспериментировать с материалами. Когда мне было 2,5 года, в качестве красок я использовала любимую мамину помаду. В роли же холста выступили новые обои. Конечно, мой творческий потенциал не остался незамеченным, и родители отправили меня в художественную студию. В более взрослом возрасте я обучалась в художественной школе, после которой поступила в училище имени Петрова-Водкина. К сожалению, доучиться там я не смогла. Из-за проблем с ментальным здоровьем я надолго забросила живопись. Сейчас я учусь жить со своим расстройством, но благодаря психотерапии я смогла снова начать рисовать. И сейчас я хотела бы презентовать вам свою работу, которая называется «Внутренний критик». Она посвящена борьбе с внутренними страхами, перфекционизмом и нерешительностью действовать. Корабль символизирует идеи, мечты, стремления, а космос — разум, сознание и созидательное творческое начало. Змей же является олицетворением неуверенности в собственных силах, значимости и боязнь ошибиться, которые мешают человеку